В трех школах Приютинского района с 1 сентября откроются центры «Точка роста». Сейчас в кабинетах завершаются ремонтные работы, заменены окна, идет штукатурка стен и обновление напольного покрытия. В районе завершается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Заместитель главы администрации Приютинского РМО Лузунг Сангаджиев отметил, что во всех образовательных организациях района проводится текущий ремонт, генеральная уборка, проводится дезинфекция помещений, приводится в порядок и территория вокруг образовательных организаций. Также устанавливаются пандусы для обеспечения доступности учреждения маломобильными группами населения. В Нартинской средней школе завершаются работы по капитальному ремонту спортивного зала. Также на протяжении последних лет администрация района приводит пищеблоки образовательных учреждений в соответствии с санитарными нормами. Кроме того, в трех школах заменена система автоматической пожарной сигнализации. Все подготовительные работы будут завершены до 25 августа.